Ежегодный цифровой форум Digital Алматы 2024 раскроет темы цифровой трансформации в промышленности, инновационных решений в сферах GovTech, индустрия 4.0, Smart City и других. Он собрал ведущих мировых экспертов из 15 стран. Площадка форума представляет широкие возможности для презентации и обсуждения ключевых тенденций, проектов и технологий в этой отрасли, отмечает технический директор компании РБТ Илья Козовский. В этот раз команда компании представила на выставке робота с техническим зрением. Он может определить положение детали в пространстве, взять ее и отнести в заданную точку. Данное оборудование в основном используют в промышленных работах. Стоимость данного комплекса около 100 тысяч евро. Немецкое оборудование в виде захвата, софт мы пишем сами весь, камеру мы используем, в принципе, любую из доступных, под нее мы адаптируем свой софт и можем спокойно использовать его на промышленных роботах. Из множества деталей, которые навалены в кучу, выбирать их и вставлять, допустим, в обрабатывающий станок и извлекать из него, чтобы не использовать человеческий труд. Креативный подход и обучение молодежи созданию умных роботов – это основная задача команды Q казахстанских школьников. На форум они приехали поделиться своим опытом и знаниями в сборке робота-машины, который выполняет задание. Также они расскажут, как создавать софт для инновационных девайсов. Стоит добавить, что эта команда 4 февраля посетит город Бишкек и проведет мастер-класс для всех желающих. То есть тут вы можете видеть белые пиксели, то есть разноцветные, и этот робот должен с земли подобрать этот пиксель и поставить его на ту доску. Также, кроме этого, есть разные дополнительные задания. Именно над этим роботом работают около 5 человек. То есть там есть и кодеры, там есть инженеры, и строители. Так, это 5-дюймовые дроны HPV. То есть они летят на 8 км в час со скоростью. Еще один участник мероприятия – это общественный фонд «Казрокерц». Он занимается развитием ракетостроения и авиамоделирования по Казахстану и Центральной Азии. Здесь успешно обучили более 1000 учеников и провели 50 мастер-классов. Как отметил представитель компании Мирас Нусупов, фонд начнет сотрудничать с Министерством образования Кыргызстана и обучать наших школьников и студентов ракетостроению и авиамоделированию. Вот такие наборы. То есть сами ребята, студенты, они собирают, понимают, как работают дроны, инженерные способности развивают, и в целом потом мы их обучаем пилотированию. То есть это мы предназначены для уже людей, для компании, то есть для МЧС, может быть, для заводов. Например, у вас будет, например, скажем так, землетрясения, пожары, и HPV-дроны, они не летят на 80 км в час скоростью, то есть они очень быстрые и резкие, поэтому их можно использовать для этого. Искусственный интеллект заговорил на кыргызском языке. Об этом заявил первый зампред Кабмина Адылбек Касымалиев во время выступления на цифровом форуме. Новые навыки нейросети продемонстрировали для всех гостей форума. Сегодня я с гордостью объявляю о том, что наши специалисты обучили искусственный интеллект говорить и понимать кыргызский язык. Результаты меня поразили. Февральда министрлер кабинетнен башчысы Акылбек Жапаровтын Казахстан Республикасына иш сапары болот. Сапардын алкагында министрлер кабинетинин башчысы Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына жана Digital Алматы 2024 Индустрия X эл аралык санарип форумуна катышат. Также первый зампред Кабмина рассказал, что в настоящее время наша страна достигла того, что 80% экономически активного населения обеспечено цифровыми документами и могут пользоваться ими через свой сотовый телефон. Так, во время недавнего землетрясения многие наши граждане, выбежавшие на улицы с телефоном, были обеспечены всеми необходимыми документами. Неожиданно, но это стало своего рода страховкой при стихийных бедствиях. Интересно, что оповещение о землетрясении на Android-смартфоны пришло за одну минуту до самого события. Слава Богу, что не повторилась трагедия, как в некоторых других странах. Но одной минуты было достаточно, чтобы выбежать на улицу. Почему же оповещение не пришло на айфоны? У меня айфон. Мы разбирались. Оказывается, компания Apple наши страны не включила в список доступных стран для сервиса оповещения о стихийных бедствиях. Казалось бы, простая функция, но это же может спасти жизни людей. Нам нужен диалог с технологическими компаниями, прежде всего такими, как Apple, Google и Microsoft.
Технологические корпорации должны быть партнерами государств и правительств, работать на общее благо. Обучение искусственного интеллекта понимать и говорить на кыргызском языке проводилось в течение одного года. Разработкой занимались отечественные IT-компании и Госкомиссия по госязыку страны. Это довольно-таки такая очень сложная технология. Для этого были закуплены специальные сервера, на которых работает этот искусственный интеллект. Сегодня мы смотрели очень много стендов здесь на выставке, но они все в основном говорят на русском или на английском языке. Именно особенность нашей разработки заключается, что он разговаривает на кыргызском языке. И планируется, что мы будем его применять в телевидении, в том числе для наших лиц с ограниченной возможностью людей, чтобы они могли читать, слышать то, что написано на интернет-сайтах. Отметим, признанный мировыми экспертами Digital Алматы в прошлом году собрал более 150 спикеров, которые обсудили цифровой майнинг, государственное управление, криптобиржи, кибербезопасность, образование и корпоративные инновации. Форум также стал площадкой для первого международного чемпионата по робототехнике и инженерным проектам для школьников. Победители из Казахстана, России и Азербайджана были выбраны по 4 номинациям. Кроме того, на полях форума впервые прошло награждение Tech Garden Awards. По итогам 2022 года были награждены и промышленные и индустриальные предприятия за внедрение инновационных проектов в производственные процессы. Рахат Батырбекова, Руслан Бароненко, ЛТР, город Алматы.